Наш Антонина, который сбросит 25 килограмм. И это я вам гарантирую, Сергей Арсенин, который создал эти капсулы, который сам скинул уже почти 20 килограмм. А вы еще сидите, ждете? Ну, ждите, только неизвестно чего. Но вот вы знаете, Сергей, дождались наши телезрители, те, кто долго думал. Финальный таймер у нас прошел, меньше 4 минут у нас осталось. Но самое главное, что у нас вновь, как и в августе месяце, заканчивается партия продуктов от Сергея Арсенина «Контроль веса 2 в одном». Только сегодня вот такая щедрость в прямом эфире, когда у нас и капсула, и растирка идут по уникально низкой цене 2999 рублей. Друзья мои, 3 минуты остается. Вы хотите вернуть свое здоровье, вы хотите вернуть свое красивое стройное тело. Можно и нужно при сахарном диабете. Нет противопоказаний при высоком давлении. Более того, оно у вас снизится. Можно дети, начиная вот, с 10-12 лет. Вопрос про детей. У нас пожалуйста. Колл-центр. Да, можно детям, потому что здесь натуральные компоненты. Это не химия, это не БАД, это не лекарство. Здесь нет противопоказаний. Здесь 100% натуральные продукты. Я сегодня их выпил. Они на вкус, знаете, как я даже так поморщился, потому что не очень приятно. Потому что лучше пить в капсулах, конечно, выпиваете, и у вас никакой вкус не действует. Но это гарантия того, что здесь нет подсластителей. Здесь нет сахара, глюкозы, фруктозы. Это можно для больных с сахарным диабетом. Здесь нету абсолютно никаких химических компонентов. Здесь, например, экстракт худи, который блокирует ваш аппетит. В 10 тысяч раз сильнее молекулы экстракта худи блокируют, чем молекулы глюкозы. Поэтому ее надо есть прям маленькие минимальные экстракты. Поэтому того экстракта, который находится в капсулу, это вы заменяете себе, грубо говоря, там какой-нибудь гамбургер огромный, если вы съели в каком-нибудь фастфуде. Не могу не задать вопрос, Сергей. Еще один прилетел вопрос из Воронежа от наших телезрителей. Муж с женой в возрасте интересуется. Ишемическая болезнь сердца. У нее аритмия, у него как бы семья уже, люди пожилые. И вот волнуется, можно ли им снижать с помощью нашего продукта контроль веса, можно ли им принимать? Вот конечно, можно и нужно, потому что когда ваше маленькое сердечко перекачивает кровь через огромное количество жира, и вот оно и работает на износ, то в этом случае, друзья мои, вы как бы, ну представьте себе, вот у вас лишних 30-40 килограмм, да. И вот это ваше маленькое сердечко, жир-то это живая ткань, она тоже требует себе питания, кислорода, либо она тогда жировые клетки у нас погибали, были бы язвы у нас тогда бы. Так вот, ваше сердце вынуждено через эти 40 килограмм, то есть 3 мешка с картошкой, вот через эту картошку ваше сердце прокачивает кровь. Конечно, будет работать на износ. Конечно же, сердце будет с перебоем. Конечно, будет там аритмия. Конечно же, будет отеки на ногах и одышка. Но как вы только сбросите лишний вес, вот эти 30-40 килограмм, вы вздохнете полной грудью. Сердце будет работать 3 раза проще, и у вас не будет абсолютно никаких перебоев сердца, одышки. Вы количество принимаемых сердечных лекарств или гипотензивных лекарств сократите в 2 раза. Вы только на таблетках сэкономите 6-8 тысяч, потому что ежемесячно будете есть 2-3 раза меньше таблеток. И это мы провели исследование, мы доказали. Вот вы видите нашу Антонину, которой 58 лет. Через 2 конечно, года будет... красавица стоит 25 килограмм она сбросила. Живой человек, который стоит сегодня перед нами, который принимала вот этот весь комплекс, принимала... И вы знаете, почему она стала принимать? Потому что у нее появились проблемы со здоровьем. Потому что она обратилась к врачу, и врач ей уже сказал: Антонина, вот скажите, пожалуйста, что, когда вы, у вас бы такое было лишнее, сколько у вас, кстати, было? 59 килограмм. Почти 90. Почти 90 килограмм. И вы сейчас бросили 25, правильно? 25 килограмм. Сейчас вам не 64. Вот когда вы пошли к врачу, что вам врач сказал, что вас беспокоило? Ну, в общем-то, сначала я не обратила внимания. Начала набирать вес после 50 килограмм. Все набирают, я набрала. Я себе в зеркале очень нравилась. Ну, как бы это так, типа так, положено так, да? Да, так положено. Возраст, менопауза началась. Все нормально. Потом друзья, прошу продлить. Но... Продлить, прошу время. Добавьте, Сергей, я вас умоляю. Добавьте еще чуть-чуть. Отдайте, пожалуйста, со склада все самое сладенькое, последнее. Просто я вас очень прошу. Ну, очень. Добавляем, ставить, хорошо, очень. Друзья мои. Добавляем мы небольшую спасибо, партию. Спасибо. Но уже флакон вы получите завтрашним сроком исполнения, потому что сейчас хорошо, на складе ноль у нас. Нам добавили. Спасибо, друзья. Да, Антонина, мы вас прервали, да. Да, разговор, простите. Но у меня начались проблемы со здоровьем. Вес большой, сердце стало болеть, суставы стали болеть, и стал подниматься сахар. Угу. А для меня это очень страшно. Это страшная сахарная вещь. Болезнь, сахарный диабет. Я побежала к врачу, и врач сказал, немедленно на диету садиться. Угу. А что такое диета? Это постоянно голодная. Я стала какая-то злая, раздражительная. Самое страшное время для меня было это после 8 часов. Холодильник был лучший мой друг.
То есть это прям хоть цепью закрывает да, холодильник, да. Правильно? Невозможно целый удержаться. Целый день можно отвлечься, что-то делать, но вечером, когда уже вроде бы все переделала, садишься и начинается хлоп-хлоп-хлоп-хлоп. В результате минус 5, 10 плюс, минус 5, 10 плюс, стал еще больше вес. И я очень рада, что я попала вот в Институт натуротерапии на тестирование этого данного препарата. И вот когда вы начали применять, сразу что вы почувствовали в первую очередь? А, вы знаете, легкость была какая-то, стало легче, и стал пропадать аппетит. Я потихоньку отказалась от вечерних перекусов. Сначала я прекратила есть в 7 часов. Это было уже ура, достижение, потому что для меня это было просто невозможно. Потом я перестала уже есть после 6 часов. А сейчас я уже не ем после 5 часов. Так вот, есть у вас этот аппетит-то бешеный? Да нет, я очень хорошо после 5 часов переношу. Я ложусь спать 10 часов. И вот этот промежуток от 5 до 10, это просто очень легко. А вот у меня вопрос. А нет ли у вас, например, слабости от того, что вы не доедаете? Вот как, знаете, бывает вот вялость какая-то. Это, кстати, вот хороший вопрос. А на меня это похоже? Нет, что-то? Вот я поэтому и спрашиваю. Вы знаете, у меня просто изменилась вся жизнь. Просто новая, абсолютно новая жизнь. У меня после вот этого прилива, да, сил? Да, вот после этих 2 месяцев у меня полностью изменилась жизнь. Друзья мои, у меня вот, вы знаете, вот к вам сейчас просто вот как женщина хочу к вам обратиться. Сергей у нас, конечно, специалист, он доктор, он мужчина, кстати, очень любит красивых, стройных девушек. Но вот я сейчас как женщина к вам обращаюсь. Откуда вы знаете? Все-таки... Я вам про это не говорил. А я это читаю по вашим глазам. Иначе вы бы не создали такой комплекс. Ну, потому мужчины. Что это не потому, что все мужчины сволочи или козлы и не любят полных, ничего подобного, потому друзья. Потому что красоту вы любите. Потому художники что стройность – это признак здоровья. И вот если у вас есть проблемы в семье, если у вас там ваш муж, ему там вам 50, ему 50, и он уже бьет копытом, еще он молодой и смотрит на страну, в сторону там молодых и ваших конкуренток, если вы не можете найти себе вторую половинку, полюбите себя. Потому что, ну действительно, у кого больше шансов найти вторую половинку? У стройной, подтянутой, красивой, сидящей за собой женщины, которая на девушку выглядит, или такой раздобревшей хозяйки, ходит с таким спузиком, в халате с бигудями дома. Конечно же, устроенной. Полюбите в первую очередь себя. Вы уже да, очень много помогали. И детям вы можете помогать, и внукам, и друзьям, и знакомым. Вот сейчас помогите себе, вашему здоровью, вашему организму избавиться от лишнего жира, друзья мои. Почему? Да потому что вы можете себе это позволить. Даже вот это, мы костями легли, чтобы снизить вот эту цену. Как я вам сказал, 10 килограмм жира, сала купите на рынке, будет стоить 3 раза дороже, чем вот этот наш комплекс. Так вот, дорогие мои, вы сейчас, если не позаботитесь, потом, возможно, будет поздно. Но, это наше производство. Да. Это производство Московской области. Я лично контролирую процесс этого производства. И я вам гарантирую, как сам, как производитель, в том числе и благодаря вот этому сертификату, который у нас сегодня здесь есть, что, друзья мои, вот посмотрите, сертификат. Система сертификации по ГОСТу. Система индивидуальный номер сертификата. Дальше протоколы испытания. И вот эта печать Ростеста, которая гарантирует, что вот этот наш набор, который мы сегодня представляем, контроль веса, это абсолютно сертифицировано, безопасно, можно и детям, и взрослым, и людям пожилого возраста. Я вам как производитель гарантирую, что это безопасно, а еще и как и сам испытуемый, как врач, который сбросил на данный момент 18 килограмм лишнего веса, я вам гарантирую, вы не просто покупаете какие-то там капсулы, баночки, вы покупаете результат, вы покупаете минус 8, 10, 15 килограмм лишнего веса, в зависимости от какого сейчас у вас вес, но самое главное, покупаете огромное количество. А я бы сказала, не покупайте, друзья мои, а вкладывайте себя, вкладывайте в свою красоту, вкладывайте в свою жизнь. Кстати, сумма вложения небольшая, 2999 рублей, это цена прямого эфира. Вы получаете 2 банки с капсулами, вы получаете 2 растирки, а самое главное, вы получаете новую себя, ту, которую вы себя видели, ту, которую вы себя любите. И в этот Новый год стройная, красивая, с отличным настроением, без какого-либо, знаете, такого угрызения совести, что мы наели, мы с вами впорхнем, мы с вами войдем. У меня, Сергей, такой вопрос. Впереди у нас с вами Новый год. Конечно, мы будем много есть. Но прежде чем мы говорим про это, я прошу продлить время. Я умоляю, продлите нам, пожалуйста, время. Очень много телезрителей. 5 минут. 5 минут последний. Итак, задаю вопрос. Сергей, звонят наши телезрители. В колл-центре битва идет за предоставление.
предложение. Но, знаете, есть и скептики. Позвонила наша телезрительница из Воронежа и сказала, что у нее есть лишний вес, но у нее нарушение работы щитовидной железы, и она выказала нашим девочкам в колл-центре сомнения и сказала, просила передать вам, что вот такие, как она, не поддаются. Нет, друзья мои, ничего подобного. Гормоны не дают худеть. Ничего подобного. Дело в том, что вы будете худеть только в том случае, если количество потребляемой еды будет меньше, чем то количество энергии, которое вы тратите. Вот закон весов. Какие бы у вас не были гормональные нарушения, да, при обычных, без поддержки, например, наших вот этих препаратов, капсул, конечно, это будет похудеть очень тяжело. Почему? Аппетит у вас будет бешеный, и вы не сможете сдержаться. Вот как это было у меня, хотя у меня тут нет гормональных нарушений, но с помощью наших вот этих растиров, с помощью наших капсул у вас снижается аппетит, у вас он вообще в ноль, и вы едите в 10 раз меньше. Вы знаете, друзья мои, я такой провел эксперимент, я заметил, что я начал реально есть раз в 10 меньше. Вот у нас, посмотрите, мы накрыли такой импровизированный новогодний стол. Прямо новогодний стол-то, да? Вот посмотрите, раньше, как бы я ел, вот давайте посмотрим, я бы взял вот такую шубу, ой, как она вкусная, надо взять побольше. Вот для меня вот это было раньше, ну, нормальная, покажите вот здесь, абсолютно нормальная, ну, скажем так, доза. Потом бы я взял бы себе оливье. Тоже вроде бы как две ложечки, да, но ложечки с верхом. Вот это оливье, да, ну, чуть-чуть еще добавочки бы добавил. После этого я бы взял, ну, не знаю, вот хлеб, ватрушки, плюшки. Взял бы себе вот эти плюшки-ватрушки. Потом вот эти с творогом, я их просто обожаю. Ну, целиковую штучку тоже бы съел. Ну, и, конечно, посмотрите, вот это начхчай, вот это печенье. Ну, три штучки я бы тоже съел. Вот это все я мог раньше съесть за один раз. А вот сейчас? Реально. Сейчас я был тут на презентации на одном, меня пригласили в ресторан. Было очень вкусно, там все французский повар делал. Вот я взял прям реально половину вот этой ложки салата, это реально прям, потом половину ложки вот этого оливье. И больше мне ничего не... Вот эти сладости, ну, наверное, клубничку я бы еще бы съел. Вы понимаете, друзья мои, вот сравните, сколько вы едите еды. Когда я создавал вот эти свои капсулы, я... Не запрещаю вам есть. Да ешьте сколько хотите, пейте вот газировку еще бы, я бы еще, знаете, новогоднюю ночь все мы будем пить вот эту самую газировку сладкую, которая содержит бешеное количество сахара. Ешьте, я вам не запрещаю, пожалуйста, но я вам гарантирую, при приеме вот этих капсул, дайте, пожалуйста, мне вот эту баночку. Даю, с удовольствием, при приеме вот этих самых капсул, если вы начинаете их применять, ваша доза будет вот такой. То есть ешьте сколько угодно, но вы сохраните свое здоровье. Вы съедите в 10 раз меньше майонеза, оливье, который будет новогодний стол. Но самое главное, вы еще и сэкономите на еде. Когда вы начинаете пить эти капсулы, вы экономите свои деньги. Вы экономите, друзья мои, десятки тысяч рублей. Десятки тысяч рублей именно на еде, потому что вы едите, ну, реально в 10 раз меньше. Друзья мои, какие прекрасные наряды продаются у нас на нашем шоу, модном шоу, которое вы видите каждый день. И как многие из вас звонят, и нет вашего размера, потому что больших размеров нет, а нам хочется быть красивыми. Последний шанс к Новому году похудеть. Реально, не только к Новому году, к весне, к лету, к юбилею, к свадьбе детей. Вот оно, ваше счастье. Вот все, что было до этого, забудьте, не расстраивайтесь, если были неудачные попытки. Отныне ваша жизнь изменится. Комплекс контроль веса 2 в 1 – это гарантированное снижение веса. Причем не только снижение веса естественным путем, когда вы не будете переедать, вы еще получаете витамины, вы получаете ценнейшие микроэлементы, вы оздоравливаете свой организм, вы отказываетесь от приема таблеток, которые сопровождают проблемы, ну, вот с лишним весом. Может быть, это гормоны, может быть, это сердце, может быть, это сахарный диабет. Мы обо всем об этом уже поговорили. Но, друзья мои, вот кто успеет, тот молодец. Остается меньше минуты. Но у меня, Сергей, еще один вопрос телезрителям. Молодые девушки сейчас звонят, спрашивают, те, у кого вес после родов прибавился. Вот родили деток. Пожалуйста. Что им делать? Пожалуйста, друзья мои, я вам хочу рассказать историю своей родной сестры. Ей 33 года. Она полтора года назад родила ребенка и за это время очень сильно поправилась. У нее сейчас 40 килограмм лишнего веса. 40! Ого. И когда я ей давала вот эти капсулы, она говорит, она что-то я сомневаюсь. Ну какие капсулы? У меня 40 килограмм. Я кормлю ребенка. А вдруг на ребенка подействуешь? Мой, ну, родной приятель, моя родная сестра. Но я, знаете, как сделал ход конем? Я взял у нее анализ крови, и он показал, что у нее
холестерин зашкаливает, что она ей не 33 года по анализу крови, а что ей там 80 лет по анализу крови. У ней сахар, а у нас мама всегда болела сахарным диабетом на пределе. Вот еще чуть-чуть и перешагнет будет сахарный диабет. Я ей говорю, слушай, ты родилась, мне было 13 лет, я тебя качала вот так на руках. Я тебе задницу мыл, когда ты там памперсов еще тогда не было, под себя ходила. Для чего? Для того, чтобы ты лет через 10-15 померла от сахарного диабета, от инсульта, от инфаркта. Ты, у тебя ребенку полтора года, ты не увидишь, как он пойдет в институт 20 лет, потому что ты 20 лет с этими анализами не проживешь. Она целую ночь плакала, она потом позвонила, вся опухшими, давай я буду пить эти капсулы. А к этому моменту я уже сбросил 8 килограмм. Я уже, у меня уже ушел живот, все опало. Я говорю, ну я-то не ее, ты, наверное, спортом занимаешься. Я говорю, когда я с утра до ночи по телевизору, или потом прием пациентов. Я прихожу домой в 11-12 вечера, только чтобы поспать бы. У меня нету времени заниматься спортом. Она начала пить, но она же самая умная. По две капсулы два раза в день. Ага, хотела быстрее похудеть. Да, и прошла неделя, и она говорит, ой, я сбросила уже 4 килограмма за неделю. То есть она пошла на результат 16 килограмм за месяц. При условии, что она кормящая мама. Это очень много. Так. Я опять приехал, такую уронил ей разгон, она же нос. Я говорю, ты либо вообще не пьешь, либо тебя заставишь дурака Богу молиться, он и его проширет. Так вот, друзья мои, она сейчас на данный момент, вот она сбросила вот эти 12 килограмм, 14 даже, по-моему, уже, немножко притормозила, но, друзья мои, я-то продолжаю тоже худеть. Я пью все как нужно, по одной капсуле два раза в день. Зачем торопиться, если я уже к Новому году, посмотрите, вот таким я был, и вот сейчас я стою. Мне уже говорят, надо брюки менять, доктор, вам, потому что они все болтаются. Надо пиджак менять. Не буду менять. Почему? Потому что я продолжаю худеть. И я думаю, что к Новому году я еще сброшу килограмм 6-7, и вот когда у меня будет идеальная масса тела, когда уже вообще у меня не будет там ни одной божеринки нигде, вот тогда я приду к вам перед новогодней ночью, скажу, видите, друзья мои, мы сегодня будем, кто пошел за мной, кто поверил мне, который, друзья мои, захотел вот это все применить к новому 2020 году, и мы с вами будем стройными. А кто сидит сейчас, думает, да это не помогает, да это то, да это все. Ну, друзья мои, вы будете дальше сидеть, болеть. Вы будете страдать от болезни суставов, от холестерина, от инсультов, от инфарктов. Потому что вот этот жир, он убивает ваш организм. Он приводит к тому, что вы стареете раньше времени. Вы посмотрите, мужское и женское бесплодие, нарушение кишечника, онкологические заболевания, ишемическая болезнь, артериальное давление, нарушение жирового, углеводного, минерального обмена. Это все лишний вес. То есть лишний жир, нет ни одной причины, которому он вызывал пользу. Ну нет пользы. Это наш яд, это отравление нашего организма. Вот что такое лишний жир. И вы его до сих пор набираете. Сергей, ну вот вы знаете, людям не просто сбросить вес. Есть очень много противопоказаний. Например, ну для каких-то других способов снижения веса. И опять наши телезрители задают вопрос. Дозвонился наш телезритель, мужчина. У него больные суставы на одном колене, эндопротез. И он пьет нестероидные воспалительные средства. И он интересуется, может ли он применять вот этот комплекс контроль веса. Кстати, бывший спортсмен, конечно, и вес набрал, потому что стал мало двигаться. Конечно. Вот представьте себе, посмотрите, у меня здесь фигурка вот такого человечка. Покажите ее покрупнее. Вот здесь, на этом человечке, если у вас лишний там килограммов 30-40, который давит на вас, конечно, у вас будет и позвоночник весь, и суставы у вас все будет, и все остальное. Потому что у вас вы носите постоянно на себе вот эту огромную. Вы представляете, друзья мои? И вот это вы все носите, и, конечно, у вас все разбивается. И вы представляете, вы берете и сбрасываете себя вот это лишние килограммы. Вы распрямляетесь. У вас перестает болеть желудок. У вас перестает болеть спина. У вас суставы не болеют. И вы здоровый человек, который дальше готовы бежать, прыгать, скакать. И это только из-за того, что вы скинули вот эти лишние 15-20 килограмм, которые вы благодаря этому набору можете скинуть. Но уже, ну не к Новому году, уже кто-то опоздал. Ну все равно после Нового года, уже в январе. А февраль-март к дальнему сезону вы будете идеальным массой тела. Но, друзья, я вот, вы знаете, сейчас начинаю обратный отсчет. Буквально остаются секунды до конца эфира. Много вас сейчас на линии в колл-центре. Вы заказываете по 5-6 наборов. Я предполагаю, что это подарки друзьям на новогодние. Я понимаю вас. Конечно, снижение веса практически нерешаемая задача. Но она подвластна комплексу контроля веса. По 2, по 3 заказываете вы набора. Цена 2999 рублей. Посмотрите, вот такой набор. Вот красота такой. Какая. Вы же можете положить под елку. Конечно, я всем говорю, подарок для здоровья.
себе. Вы еще сейчас что купите? Конфеты будете дарить, друзья мои? Конфеты, которых сахарный диабет? Или будете какие-нибудь безделушки дарить? Ну, а что там, год крысы? И 21-ю крысу вы там поставите себе в пыль собирать? Либо вы, друзья мои, вот 10 это... секунд! 9, 8, 7! Друзья, тают секунды. Я не знаю, что делать, я не знаю. Я на вашей стороне. Я хочу, чтобы мы с вами были стройные и здоровые. Если у нас есть, Сергей, у меня сейчас вопрос к вам. Сейчас, если у вас есть возможность добавить нам партию, хоть чуть-чуть, мы продлеваем. Если нет, то мы будем прощаться. Я, к сожалению... Что мне сделать? Вот эти аминокислоты идут с Германии. Я думаю, что есть. Давайте мы сделаем как бы вперед еще там сделаем на... На 4 минуты. 4, выскребаю. 4 минуты. Ну, пожалуйста, прошу, друзья, ради вас. Вы слышали? 4 минуты. О, боже мой, меня в жар бросило. Я знаю, что мы хотим с вами похудеть. Итак, давайте для тех, кто только что присоединился. Кратко, Сергей, я задаю вопрос, вы как мячик даете мне ответ, потому что, ну, 4 минуты это ни о чем. Давайте, да. При сахарном диабете можно? Можно и поможет. Вы с вас снимут с инсулина уменьшат в 2 раза. Ишемическая болезнь сердца. То же самое. В 2 раза меньше будете пить лекарств от сердца, и сердце будет работать в 2 раза лучше. Пройдет одышка, аритмия, пройдут сердцебиение и снизится давление. Давление повышенное. То же самое. Все знают, у всех толстяков высокое давление. Снижаете 20-30 килограмм, вы даже вообще даже можно на полтаблеточки остаться вместе. А суставы больные, прием дополнительных препаратов. Конечно, если вы сбрасываете себя 20-30 килограмм лишнего веса, конечно, друзья мои, у вас будет нагрузка на суставы меньше. Дети, подростки могут применять? Могут детям с 10-12 лет, если у вас есть дети, которые толстенькие, пожалуйста. Это все же, это большой, огромный комплекс. Я сам был толстяком даже с детства, я знаю, что такое в школе, когда тебя дразнят толстяком, жир трескомбинатом, жир масло комбинатом, жир трестом и еще там кем знает кем. Мамочки, молодые мамочки, которые вот после беременности набрали. Конечно, у меня моя родная сестра это все пьет, друзья мои, но самое главное, посмотрите, можно в возрасте, вот наша Антонина 58 лет. Точно поможет? Абсолютно, 100%. Я на себе это показал. Я показываю это на нашей Антонине. Вот она скинула 25 килограмм лишнего веса. Почему мы засунули вот эти батоны? Почему мы засунули вот этот жир? Да потому что эти джинсы, которые на Антонине, эти джинсы, друзья мои, она что? Она их носила раньше, друзья мои. Давайте расстегнем впереди, чтобы достанем мы сейчас вот этот жир. Давайте достаем с вас вот этот жир. Да, друзья мои, потому что вот это макет 10 килограмм жира. Антонина сбросила 25. И вот посмотрите, какие у нее были джинсы. Подождите, давайте вот покажем. Вот так. Вот видите? Вот давайте прямо на камеру так покажем. Видите? Вот то есть она могла, вот можно завернуть вот прям буквально вот так. И сейчас Антонине 58 лет, практически 60. Покажите ее бедра, покажите ее талию, покажите вот так. Давайте мы вот так руки уберем. Вы посмотрите. Красавица, красавица. Вот это ведь молодые девушки, которым, не знаю, там 20 лет, могут позавидовать вот этой линии ягодиц, вот этим стройным ногам. Антонине будет 60. Вы посмотрите, кто даст вот такой фигуре 58 лет? Никто и никогда. Но Антонина не всегда была такой. Когда-то она весила почти 90. Ну, это, конечно, фантастика. Мы видим это преображение на экране. Мы видим сегодня Сергея. Мы видели его видео до и после. А в августе были у нас эфиры. Конечно, потрясают такие результаты. Но, Сергей, очень важный момент, о котором спрашивает каждый телезритель, который дозванивается в колл-центр, что касается состава. Все очень боятся какой-то химии. Только натуральный состав. Ну что ж, я не совсем идиот. Я говорю, что можно детям. Можно. Потому что меня многие спрашивают: доктор, ну как же так? Здесь же капсулы, здесь же таблетки, здесь, наверное, химия, здесь то все 5-10. Я говорю, что вот вы даете своим детям вареную колбасу. Да. Вы кому читали ее состав? Ужас. Е-добавка такая, Е-247, Е-2543, там консервант, там окислитель, закислитель, еще там. А что у нас в составе капсул? У нас нету этого. У нас есть натуральные компоненты. Витамины, экстракты трав, аминокислоты, которые получают из яичного протеина. Здесь экстракты худи, экстракты габардинской горцини. То есть, если вы своим детям даете вареную колбасу и не боитесь за свое здоровье своих детей, вот это 100 раз безопаснее, чем ваша вареная колбаса. И это абсолютная правда. Потому что вот здесь нет даже подсластителей. И если вы раскроете вот эту капсулу, высыпите себе и выпьете ее внутрь, это будет такой, ну как земля, знаете, вот песок. Идите без вкуса, без запаха, без ничего. Вот так действительно пахнут натуральные экстракты. А все остальное, что вы там, друзья мои, что... У нас 1000 штук просто. 1000, друзья мои, 1000 комплектов! Ура! Продано 1000 комплектов, а это значит, учитывая, что у нас в наборе 2
флакона с капсулами, две растирочки. Фактически это 2000 единиц. Посмотрите, я, вот слушайте, так выглядит боюсь, набор. Уже у нас уже Сергей, сдавайтесь, посмотрите. К нулю, у нас там все остатки к нулю. Да, вот такие две. Но на самом деле тысячи человек, благодаря сегодняшнему нашему эфиру, тысячу человек. 2020 год шагнут с новым здоровьем. Представляете, вот это да, какое вот это счастье. Подарок. Вот мы, друзья, вот я здесь, Сергей Арсенин, вам стою и вам делают подарки. Знаете, какие я вам подарки сейчас делаю? Я вам даю здоровье, новое здоровье. Кого-то я избавлю от инсульта, кого-то от инфаркта, кого-то от операции по суставам, друзья мои. И это все благодаря нашим сотрудникам, потому что один в поле не воин. У меня на моем предприятии технологи, главные технологи, профессора, академики, ученый совет, который мы собираемся и мы смотрим каждую вот эту капсулу, вот этот состав, а вот это надо добавить, а вот это убавить, какой концентрации. Каждая из 50 компонентов проходила ученый совет, и мы смотрели. Я в этом ученом совете как малолетний засранец, потому что там профессора, академики, которым там по 60, по 70 лет. И я тут просто говорю, ребята, надо вот это сделать, вот это, то есть все 50. Потом все проходит экономисты, которые говорят, ой, Сергей Владимирович, это дорого, мы не потянем, ой, у нас там это, да мы разоримся. Я говорю, делайте, потому что если один раз мы оплошаемся, обделаемся, потом никто нам не поверит. Вот поэтому я и начал сначала с себя делать. Вы посмотрите это видео, да? Это был еще момент разработки. Вот сейчас да, я... Видно, живот, видите? Да, пузо, да, да. Халат не застегивается. Вот убрали дальше на это самое видео. Это было до разработки. А сейчас... И вот сейчас я вот жених, с вами здесь жених, стою. Жених, просто... Но... Ну, Аполлон Митрофан, что я могу сказать? Действительно, друзья, спасибо, вот вы знаете, я Сергея вижу, и поэтому вот я вам могу сказать свое женское мнение. Сергей, позвольте сделать вам комплимент. Во-первых, кроме снижения веса, я заметила, что качество кожи стало лучше. Такое так. Как-то помолодело лицо. Так. Мне кажется, самое главное, блеск и энергичность. Вы все-таки много да. работаете. Да. И вы часто уставшие к да. нам приходили. Вот я когда вам приходил с лишним весом, только доползти до кровати вечером, я приходил домой, ложился и все. Когда я начинал там с помощью голода, голодания худел, я знал, надо похудеть. Сейчас буду ничего не есть, я сброшу лишний вес. Потом неизбежно 120% даю вам гарантию, при голодании вы наберете еще больше лишнего веса. Еще больше, веса. Да. И нажрете еще больше. И у вас будет такая усталость, что вы даже не сможете там, не знаю, в магазин пойти. Встанете, пойду в магазин. Ой, нет, я буду дальше лежать. Ой, не могу. Я сегодня у вас целый день с утра вам рассказываю про свою продукцию. Видите как? Я еще сейчас дальше поеду. Я сегодня в театр меня пригласили большой, между прочим, на пиковую даму. Ну вот так. Вот так, друзья мои. Что я могу сказать? Хотите жить в красивом, стройном теле? Хотите быть энергичным, здоровым? А самое главное, жить долго и счастливо, тогда худейте вместе с нами с комплексом «Контроль веса». Все, последние, финальные, к сожалению, 5 минут. Уже ни Сергей не может добавить ни товары, ни мы не можем добавить эфирного времени. Но я могу вам сказать, те, кто успевают дозвониться во время прямого эфира, не только гарантированно получают этот комплекс, но и гарантированно получают максимально низкую цену. Она снижена больше, ну прям... Больше некуда. 2999 рублей вы получаете еще раз. Два флакона с капсулами и две растирки. Вот такое. Два в одном. Но самое главное, вы получаете красивое тело. Самое главное, вы получаете дополнительные здоровье, годы жизни. Здоровье, друзья мои. Здоровье. Здоровье. И это что здорово. Такое лишний жир? Это всегда ишемическая болезнь сердца. Это всегда инсульт или инфаркты. И если у вас есть лишний жир, у вас всегда есть повышенное давление. А давление это всегда, это как немой убийца, как говорил вот наш самый известный терапевт, это как убийца немой, который стоит с копьем, только ждет, что вам проткнуть эти копами. За вас, за спиной. При повышенном давлении либо мозг, чтобы у вас был инсульт, либо сердце, чтобы у вас был инфаркт. Высокий лишний вес, большой, это всегда нагрузка на ваши суставы. Они у вас всегда 100% болят. Суставы, позвоночник, руки, ноги. Лишний вес, это всегда бесплодие у мужчин и у женщин. У мужчин даже есть такой, ну как термин, метаболическая кастрация. Когда в этом висцеральном жире тестостерон переходит в эстроген, и мужчина, ваш мужчина, который должен быть защитником, защитником вашей семьи, сидит сериал, смотрит и плачет. Это называется феминизация. И он не в этом виноват. А виноваты вот эти самые тестостерон, который переработался в эстроген. Сергей, но это висцеральный жир. 3 минуты. Главный вопрос. Как не объесться, как не наесться, как не лопнуть Новый после новогодних год, праздников? Вот ваша капсула. То есть вы берете, дарите вот этот продукт вашим родным и близким, кладете под елку, они выпивают сразу, перед Новым годом можно сразу две капсулы и так
тогда отбивается аппетит, и ваше оливье, ну уж извините, если вы много наделали, пойдет в унитаз. Вот должна вы его выбросите от оливье на помойку, потому что вам просто в рот не полезет лишнее вот эта ложка, ваше оливье. Сергей, вот вы помните, в начале эфира я выпила одну капсулу. Неспроста, друзья, я когда сегодня бежала на эфир, я с утра только давно-давно позавтракала, я была такая голодная, я была готова съесть мамонта. И, скорее всего, я бы его съела. Но на ваших глазах я выпила одну капсулу, и я сейчас стою, и я реально понимаю. Я не хочу есть. Я натерла руку растиркой, вы видели, как она стала... Ну, она покраснела, такого... говорите, а в абсолютно нормального цвета. Да. Я работает, у вас сегодня работает. В начале эфира, друзья мои, выпил две капсулы, развел просто в стакане выпил. Вот у меня сейчас там лежит, я вам показывал сегодня, оливье лежит там, селедка под шубой, всякие пирожки. Я, знаете, когда накладывал, думаю, вот надо чем-нибудь сейчас съесть, сейчас эфир закончится, все равно этот что, салат-то можно его есть. Пропадать. Добро. Вот вы сейчас поставьте этот салат. У меня вообще, друзья мои, никакого аппетита полностью. Я вот сейчас поеду, как вам сказал, в театр, большой еду в театр, между прочим. Может быть, с кем-то я встречу, с наших зрителей. Так вот, я даже там в буфет не пойду. Мне просто не хочется есть. И вот посмотрите, время 5 часов. С этих 5 часов я не возьму в рот ни крошки. Вы представляете, сколько завтра я встану утром, грамм сброшу? Грамм 150-200, и у меня еще минус 200 грамм. Вот с этих жировых отложений, которые еще и чуть-чуть остались. Вот так и вы можете принимать вот эти капсулы, друзья мои, и снижать лишний вес за счет убивания вашего аппетита. Вот таким я был раньше. И это август, конец августа 2019 года. То есть вот таким, друзья мои, вы меня видели, а себе будете таким. Я это все сделал на своем примере. Я как врач сначала доказал, что мое изобретение работает, а только потом пришел к вам и говорю, берите, применяйте, и вы так же, как и я, будете худеть. Кто-то на 6, кто-то на 8, кто-то на 10 килограмм. Ну или как моя сестра, которая меня не слушает, он постоянно не слушает, на 12, там на 15 килограмм в месяц. Это все реальность. Ну а я вам могу сказать одно. Мы сегодня обеспечили вам лучшую цену. Остается минута до конца нашего эфира. 2999 цена, рублей цена на ограниченную партию, которую мы просто по флакончику вырвали просто из рук Сергея Арсенина, который был у нас сегодня в гостях. Напомню, что он доктор с многолетним стажем, что он... директор НИИ натуротерапии, и все, о чем он нам вам рассказывал, сегодня он испытал на себе, кому, как не ему, давать нам советы. А совет один. Будьте здоровы, будьте счастливы, работайте со своим телом, не отчаивайтесь. Даже если было 1000 неудачных попыток, с этим комплексом снижения веса, контроль веса, вы обязательно получите результат. И я очень рада вам сообщить, что те, кто уже сейчас дозвонились и дозваниваются, обязательно получат свой комплекс контроль веса. С вами в студии. Мы говорили о таких удивительных вещах, но, друзья, факт остается фактом. Я Надежда Счастливенко, в гостях у меня был Сергей Арсенин. Сергей, ну что, последнее пожелание от нас? Да, друзья мои, сейчас вы знаете все, сейчас вся информация в вашей голове. Вы знаете, как себе продлить жизнь, как избавиться от огромного количества болезней. Осталось только одно – начать это все применять. Но это уже должны сделать вы сами. Будьте счастливы, будьте здоровы и знайте, ваша счастливая жизнь в ваших руках.